Только одна эта область по своим размерам превышает территорию такой страны, как Германия. Этот регион расположился в бескрайних просторах Сыроаркинской степи и много веков назад был северным направлением Великого Шелкового пути. Это место являлось центром экономического и культурного взаимодействия Казахстана с другими странами. Здравствуйте! В эфире проект «Терра Инкогнита». Меня зовут Антон Федоров, и я приехал в самый крупный регион Казахстана – Карагандинскую область. С древних времен Карагандинскую область казахский народ поэтично называет «Сары-Арка», что в переводе означает «желтеющий хребет». Эта местность в самом центре Казахстана занимает обширное пространство – 700 тысяч квадратных километров. На этой земле с древних времен происходило взаимодействие и взаимообогащение культур, племен и народов восточной и центральной частей Евразийского континента. О природных красотах этого региона я расскажу чуть позже. А пока мой путь лежит в одно из мест, которое имеет печальную славу на весь мир и хранит в себе горькую память периода тоталитарного режима прошлого столетия. В истории Карагандинской области есть страница, которая вызывает боль у всего казахстанского народа. В советское время, в годы тоталитарного режима, здесь было создано место, которое навсегда исковеркало судьбы 6 миллионов человек. В советский период истории в Казахстане было создано исправительно-трудовое учреждение. На этом месте происходила история, о которой следующие поколения казахстанцев будут помнить вечно. Время существования этого лагеря в народе помнят как период большого террора. В 1931 году в казахской степи на площади 17 тысяч гектаров вырос Карлак. Место, где отбывали наказание репрессированные граждане СССР. От 41 года, когда началась Вторая мировая война, сюда стали отправлять и попавших под преследование военнослужащих. Только по официальным данным, в братской могиле здесь остались более 5000 человек. Освоение сельскохозяйственных территорий и последующее за ним строительство промышленных объектов в центральной части Казахстана в советское время требовали огромных человеческих ресурсов, при этом с минимальными затратами. Тогда было решено, что отстраивать промышленные и продовольственные центры будут заключенные. В 1929 году был принят документ, по которому все осужденные на срок от 3 лет передавались Объединенному государственному политическому управлению, которое занималось борьбой с противниками прошедшей в 1917 году революции. Для всего населения СССР эта деятельность преподносилась как охрана коммунистического общества от социально опасных элементов, использование человеческих ресурсов неблагонадежных граждан во благо страны. Именно изнурительным ежедневным трудом они должны были искупить инакомыслие. Восемь ударов металлическим прутом по куску рельсы означали 8 утра, начало трудового дня. Аналогичный сигнал вечером говорил о его завершении. На самом деле политическая неблагонадежность и инакомыслие, по которым сюда попали люди, вызывали большие сомнения. Подчас достаточно было только одного слова, чтобы без суда и следствия получить срок и отправиться в трудовой лагерь. А здесь уже никто не разбирался, виноват человек или нет. Заключенных сразу же помещали в тяжелейшие условия, чтобы у них не было сил доказывать свою невиновность. О специфике содержания осужденных в Карлаге мне рассказывает Андрей Дребезгов, сотрудник музея, основанного на месте бывшего лагеря. Первая экспозиция от цокольного этажа.
Камера, которая носит название карцер. Карцер с латинского тюрьма или темница. Он применялся как наказание для нарушителей режима, для людей, которые не желали в чем-то либо признаваться. Отличие от настоящего карцера только в размерах. Настоящий карцер – это комната для одиночного содержания площадью 1,5 на 2 метра. Условия содержания – это 300-400 грамм хлеба плюс кипяток. Раз в 3-5 дней полагался штрафной жидкий паёк. Заключенные в лагере делились на 3 категории. К первой относились осужденные из числа рабочих, крестьян и служащих, получившие сроки не выше 5 лет за уголовные преступления. Ко второй категории относились все те же представители рабочего класса, но осужденные на сроки выше 5 лет. К третьей – все нетрудовые граждане, осужденные за действия или высказывания против революции. Но система наказания в лагере работала для всех одинаково. Следующая экспозиция представляет вашему вниманию один из методов физического давления, который применялся в системе ГУЛАГа. В Средней Азии и на Кавказе это называется зиндан. Аналогичные колодцы также находились по бывшим лагерным отделениям Карлага. Применялся он как наказание, опять же таки, для провинившихся. Кормили только хлеб и вода. То есть никаких жидких пайков, ничего этого не было. И само по себе нахождение вот именно в таком колодце, оно имело, наверное, ну, более мощное моральное давление на человека. То есть как раз-таки вот этим методом воздействия его пытались и сломать. Карлаг представлял из себя не просто лагерь, это было своеобразное государство в государстве со своими воинскими формированиями, телеграфами, железнодорожными станциями, типографиями. Лагерь подчинялся только центральному аппарату в Москве. Работа для узников Карлага не заканчивалась никогда. В теплое время они занимались сельским хозяйством, в холодное – работали на заводах и фабриках. Помимо тяжелейших условий труда, у заключенных Карлага особый страх вызывал спуск вот по такой лестнице, потому что по ней человек попадал в подвал, где его ждала одиночная камера или допрос следователя. Многие из таких подвалов не выходили. Вот в таких вот помещениях высотой около 2 метров проходили допросы заключенных. Уставшего, изможденного, голодного и замерзшего человека сажали напротив следователя и начинали задавать вопросы. Ему светили в лицо, и если заключенный отвечал не так, его начинали пытать. Допрос мог проходить несколько суток. Существуют документы, по которым допрос одного заключенного длился 1400 часов, после чего мужчина умер. За 28 лет существования через Карлаг прошли более 1 миллиона человек. Силами этих людей была построена промышленность центрального Казахстана. В первую очередь Карагандинский угольный бассейн, Жесказганский и Балхашский медиплавильные комбинаты. Наибольшее количество репрессированных пришлось на военные и послевоенные годы, когда в лагерь ссылали депортированные народы, военнопленных и советских солдат и офицеров, побывавших в фашистском плену. Говоря о идее создания Карлага, ну, наверное, нужно отметить, что она будет элементарной. Нужна будет продовольственная база для развивающейся угольной и металлургической промышленности Казахстана. И, конечно, нужно сделать акцент на том, что данная идея будет реализована более чем на 100%. Благодаря становлению той же самой сельскохозяйственной опытной станции Карлага, самый дешевый хлеб на фронт в период Великой Отечественной войны поставляется именно из центрального Казахстана и практически в большинстве случаев именно из исправительно-трудовых лагерей. Потому что Карлаг по зерновым практически всегда перевыполнял планы 40-е годы, там более чем на 100%, 115-118. В Карлаге отбывали срок известные деятели культуры, медики, политики, представители духовенства, писатели со всей страны, которые даже сидя в тюрьме продолжали свое дело.
Точной цифры погибших, заключенных Карлага и других трудовых лагерей на территории Казахстана нет. Счет идет на десятки тысяч человек. Это более 1500 справок на расстрелянных, еще больше погибших от болезней и рук лагерной охраны. Сегодня на месте Центрального управления Карлага создан мемориальный комплекс. И для многих казахстанских семей это место является последним пристанищем их предков. И мне хочется скорее перевернуть эту страницу истории Карагандинской области. А я продолжаю свое путешествие по Карагандинской области и хочу рассказать вам кое-что о древних традициях этого региона. Я приехал в одно очень интересное место. В 170 километрах от Караганды находится завод по производству сухого порошка из кобыльего молока. Из этой продукции можно получить напиток саумал, который известен во всем мире благодаря своим чудесным свойствам. Фактически здесь происходит возрождение древнего промысла. Саумал – это кобылье молоко, которое еще не остыло после дойки. У многих кочевых народов этот продукт является незаменимым, потому что обладает удивительными целебными свойствами. По своему химико-биологическому составу саумал очень близок к грудному молоку кормящей матери. Еще с древних времен казахи начали замечать оздоровительный эффект этого продукта. Саумал положительно действует при кожных заболеваниях, болезнях желудка, печени, легких и многих других. 99% отзывов людей, которые употребляли саумал в течение месяца, абсолютно положительные. У них наблюдается улучшение общего состояния, прилив энергии, бодрость духа, здоровый сон. Сегодня этот продукт производится в сухом виде, и в Карагандинской области находится один из самых крупных заводов в мире по выпуску сублимированного саумала. Саумал деген ол қазір қасиеті жоғары болу үшін бізде. Чтобы саумал был высокого качества, должен быть высококачественный корм. Как правило, лошади пасутся свободно. Мы их доим 5 раз в день, после чего вечером отпускаем на пастбище, где к ним присоединяются жеребята. Можно сказать, что они пасутся в естественной для себя среде. Лошадь никогда не станет пить грязную воду и очень избирательна в еде. Безусловно, можно говорить о том, что питание лошади является экологически чистым. История, как и сама идея возрождения национального продукта, в равной степени удивительна и показательна. Оказавшийся в качестве военнопленного в казахской степи немец Рудольф Шторх заболел тяжелой формой туберкулеза и был сочтен руководством лагеря обреченным на смерть, вследствие чего был отпущен умирать. Один из местных жителей взялся выхаживать находящегося в практически предсмертном состоянии солдата, отпаивая его саумалом. Именно знание о целебных свойствах кобыльего молока помогло поставить бывшего военнопленного на ноги. Спустя некоторое время Рудольф Шторх выздоровел и уехал в Германию, где стал ярым приверженцем полезных свойств кобыльего молока и основал его производство. Когда я приехал сюда в первый раз, то подумал, по каким причинам выбрано именно это место для разведения лошадей, а не, к примеру, Североказахстанская область. Но позже я выяснил, что здесь огромное разнообразие растений. Их здесь в изобилии и летом, и зимой. Здесь много проточной воды, недалеко от нас течет река. К тому же здесь мы прорубили специальные скважины. Мы поим лошадей из специально установленных нами систем, куда поступает вода напрямую из скважин, и лошади пьют эту воду. На заводе установлено современное оборудование. Здесь находятся более 1500 кобыл. На предприятии работают 150 человек, а сам завод выпускает около 20 тонн сухого кобыльего молока в год. В
Процесс дойки кобылы должен происходить очень аккуратно. Для начала ей нужно протереть вымя, что я, в принципе, сейчас и делаю. Если честно, первый раз пробую. Затем нужно подсадить доильный аппарат. О! Получилось! Кобылье молоко очень редкий продукт и очень ценный. Одну кобылу нельзя доить дольше 1 минуты, потому что больше молока у нее просто нет. Смотри, идет. Теперь пора снимать и ждать следующую. Заходите, следующий. Вернемся к истории. Издревле кочевники называли парное кобылье молоко саумал, что в переводе с казахского означает «свежее», «парное молоко». Кроме традиций и преданий, подтверждение уникальных полезных свойств кобыльего молока и его производных отмечаются в древних летописях и медицинских трактатах Гиппократа и Авиценны. Труду Авиценны уже 1000 лет, большую часть которых он был основой медицинской науки Европы, Азии и Ближнего Востока. Авиценна отмечал целебный эффект кобыльего молока. Итак, свежего кобыльего молока мы надоили, теперь самое время его попробовать. Мирверт, расскажите, пожалуйста, о свойствах этого напитка. Так, что я хочу сказать об этом молоке, то, что оно бесценно, потому что кобыле молоко само по себе является белым золотом нашего Казахстана, хочу сказать, потому что очень богато витамином, в нем более 40 микро- и макроэлементов, полезных для нашего организма. Оно гипоаллергенно. Возрастного ограничения нет. Деткам можно это молочко. Вы позволите? Да. Это чудодейственное молочко. Mm-hmm. Деткам можно давать. Мы рекомендуем от 6 месяцев. Я хотела бы, чтобы вы тоже попробовали это молоко. С удовольствием. Тем более я принимал участие в процессе его. Тем более вы должны попробовать как бы плоды своего труда. Попробуйте, пожалуйста, молоко. Само по себе оно имеет сладковатый вкус, потому что от природы в кобыле молоке присутствует лактоза. Чем она нравится деткам? Очень вкусно. Да, очень вкусное молочко. Что я еще хочу сказать, что это молоко по своей консистенции схоже с грудным женским молоком. Среди всех молочных продукций кобыле молоко занимает первое место по витамину С. Это говорит о чем? Что оно богато витамином С, повышает и укрепляет иммунитет. Это первое. Второе. Мы рекомендуем пить, у кого проблемы с ЖКТ, с желудком, с печенью. Даже у нас было на практике, что это молоко помогло излечить первую степень цирроза печени. Даже такое вот было, мы сами удивились. Вообще, молоко до сих пор это исследуют ученые, потому что не все его свойства как бы еще известны. Потому что само по себе кобыле молоко является до сих пор, как он не имеет запаха, вы даже можете не нюхать. Совершенно не пахнет. Да, никакого постороннего запаха, никакого постороннего вкуса, только вкус молока легкого и немножко сладковатый вкус. А какова история вот этого напитка? Как мы узнали вот о его ценности? Давайте начнем с древних веков. Вот я не раз от наших бабушек слышала, что кобыле молоко очень полезно и целебно. Раньше, вы сами знаете, что на наших землях Казахстана проходили войны. Женщины, как и в современном мире, получали стрессы тогда. И бывали недоношенные детки. И вот, чтобы этих недоношенных деток выкормить, оставить их живыми, за ними ухаживали. За ними был основной уход. Есть такая казахская шапка, называется тмак. Вот вклали недоношенного ребенка в тмак и выпаивали именно этим кобылем молоком. И многие дети выживали, кстати. Мирверт, вот ваш завод производит порошок из кобыльего молока. Как он действует, как он работает? Прошу прощения, мы не производим, мы перерабатываем молоко. Вот это то, что вы видите в жидком виде, мы его процессом сублимирования сушим. Это сублимирование само по себе, что это? Отделение чего-то от чего-то. Мы от основной массы газовым методом убираем влагу с этого молока. После процесса сублимирования молоко сохраняет свои полезные свойства до 90%. Кстати, это немаловажный процент, имеется в виду. Удивительно. Да. Вот такие пакетики мы упаковываем. Как бы вот это разовая доза получается. Я вам сейчас покажу, как его надо растворять. Берем 200-граммовый стакан, наливаем в нем комнатную температуру воды. Желательно комнатную температуру, потому что горячая и холодная не обязательно. Вот. Вскрываем этот пакетик. Вот кто интересуется, вот хотел бы. Вот это вот молочко
Вот видите, оно в сухом виде. Вы даже можете его, сейчас я вам подам, попробовать его в сухом виде. Да, вот белый порошок. Да, сейчас я его достану. Вот его содержимое этого пакетика. Вот это. Я в детстве помню, так нас кормили. Да, она сама по себе, кто многие пробует, говорят, что похоже на детское питание. Да. В детстве имеется сладкий вкус. Вот это вот молочко наше. Вот. Точно? Да. Очень похоже. Да, мы его просто перерабатываем, сублимируем. И вот надо 2-3 столовые ложки, но получается, что это у нас есть просто упаковки более полкилограммовые, 200-граммовые, 250-граммовые. Поэтому как-то как для общей информации. И вот 2-3 столовые ложки. Вот это получается у нас вот эта одна порция в этом пакетике. Вот мы его кладем сюда, в емкость этот стакан с водой, комнату температуры. Видите, она уже практически растворяется. Это быстро растворимое молочко. Его варить не надо, кипятить не надо, настаивать не надо абсолютно. Вот. То есть человек может просто фактически взять его такой себе как бы курс. Да. Курс употребления вот этого молока просто себе сделать. Да. Видите, я не хочу повторяться, как я до этого говорила, что кобылы доются только в летний период. Если у человека проблемы и нет как бы возможности лечиться зимой, весной, потому что кобыла не доится. И поэтому мы вот перерабатываем это молоко, чтобы оно было более доступно, чтобы человек не прерывал свой курс лечения. И вот это можно употреблять. Можете также попробовать. Позвольте. Да, пожалуйста. Она абсолютно не отличается. Да, совершенно одинаковый вкус. Да, видите, она имеет такой же цвет. Вкус одинаковый. Поэтому я же как не хочу повторяться, что здесь витамины, что здесь витамины, они в ровной доле. Потому что я говорю, до 90% все полезные природные вещества в этом сухом молоке сохраняются. Кобылье молоко придало мне силы, и следующим утром я отправляюсь в путь. Мое знакомство с Карагандинской областью продолжается. Впереди меня ждет путь длиною в 400 километров. И я отправляюсь в одно из самых уникальных мест в мире. Туда, где оживают библейские легенды. Ну что, вы готовы? Тогда поехали! Мой путь лежит через живописные места этой дивно красивой земли. Природа Карагандинской области очень разнообразна. Здесь есть и горы, и бескрайние степи, сохранившие остатки древних цивилизаций, и голубые озера с нетронутой человеком природой. Чтобы добраться до диких мест, мне нужно преодолеть несколько десятков километров бездорожья. И вот здесь необходимо иметь мощный автомобиль, потому что по таким дорогам обычная машина не проедет. Но на пути нашей съемочной группы стала преграда. Дорога оказалась покрыта большим слоем пыли, в которой и застрял наш джип. Перед тем, как отправляться в Казахстан, знайте, что путешествие ваше может быть экстремальным. И обязательно узнайте и научитесь справляться со сложными ситуациями. Допустим, такими, вот с которой столкнулись мы. Используя подручные средства, мы пытаемся вытащить наш внедорожник из пыльного плена. Но машина настолько глубоко застряла, что все наши попытки оказываются безрезультатны. Вдруг у нас появляется надежда. Мимо проезжают жители поселка, расположенного в 5 километрах от нас. Мы просим их о помощи, связываем машины тросами, но это тоже не помогает. Застряли мы слишком глубоко.
К сожалению, сбылись наши худшие ожидания. Даже подготовленная к экстремальным путешествиям машина не смогла противостоять плохой дороге. Сейчас мы пытаемся подручными способами вытащить ее из пыльного плена. Посмотрим, как у нас это получится. Время, к сожалению, на исходе, и мы ждем помощи из близлежащего поселка. Только сверхмощный внедорожник смог вытащить нашу машину, и мы продолжаем свой путь к удивительному месту – настоящей жемчужине Карагандинской области. Пять часов пути и два часа вызволения нашего автомобиля из пыльного плена, и я прибыл в пункт своего назначения. В центре Казахстана и частично в Карагандинской области находится уникальное место. Один из самых крупных внутриконтинентальных бесточных водоемов на планете – озеро Балхаш, которое является настоящим раем для любителей рыбной ловли. Здравствуйте, господа. Меня зовут Антон. Ну что, поедем на рыбалку? Поедем. Мой сложный путь к этому месту кажется мелочью по сравнению со здешними красотами. На озере Балхаш даже не обязательно рыбачить, можно просто наслаждаться этими пейзажами. Наша лодка едет по протокам, заросшим камышом. Их здесь сотни, и ведут они непосредственно к самому озеру. И вот нашему взору открывается это удивительно красивое место. Все же я решаю закинуть удочку, попытать удачу в рыбалке, но, увы, сегодня оказался не мой день. К сожалению, мы потеряли слишком много времени, пока вытаскивали нашу машину из пыли, и это не позволило мне в полной мере насладиться рыбалкой на Балхаше. Озеро Балхаш – настоящий природный феномен. Дело в том, что вода здесь разная по химико-биологическому составу, точнее, по содержанию солей. Получается, что западная часть озера – пресная, а восточная – соленая. И эти части никогда не смешиваются друг с другом. Невольно на ум приходит древняя библейская легенда о том, как перед Моисеем и его народом расступилось Красное море. Кто знает, может быть, нам или нашим потомкам придется узнать, древние легенды, которые хранит это прекрасное место – озеро Балхаш. Это была очередная серия проекта «Terra Incognita». Меня зовут Антон Федоров, и увидимся с вами в эфире.